«Газпромбанк» предоставляет широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам. Банк четко определил направление, в котором будут выстроены взаимоотношения с десногорцами. Стратегия «Газпромбанка» в настоящее время направлена на развитие как раз продуктов для физических лиц, для нашего с вами населения. И эту задачу мы, конечно, призваны решать именно уже на территории Десногорска. Открытие офиса ведущего банка безоговорочно станет началом на пути непрерывного развития банка и успехов жителей Десногорска. Ведь для них уже разработаны особые предложения. Сегодня есть какими продуктами населения порадовать у «Газпромбанка». Действительно хороший выбор в розничной линейке как вкладных, так и кредитных продуктов. И в том числе прекрасные предложения, исключительно новые, наверное, сегодня в качестве подарка, в том числе для Десногорска, сформированные по зарплатному проекту. У нас очень хорошее зарплатное предложение, пакетное предложение по как раз зарплатным клиентам, которое предусматривает и бесплатное снятие во всех банкоматах сети, безлимитное снятие в банкоматах и кэшбэк на карты, и плюс еще процент на остаток. То есть действительно уникальное предложение с точки зрения конкурентных условий. Смоленская атомная электростанция давно и плодотворно сотрудничает с «Газпромбанком». Ее представители одни из первых поздравили руководство и сотрудников банка с открытием. От имени Смоленской атомной электростанции филиала концерна «Росэнергоатом» я поздравляю вас, всех нас, жителей города и работников станции с открытием этого офиса. Большому кораблю – большое плавание. И уже сейчас каждый житель Десногорска может стать клиентом этого надежного банка, который работает в масштабах страны в интересах каждого. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ.